Однокомнатная квартира. Муж с женой лежат на диванчике, а рядом теща на раскладушке. Через некоторое время муж жене: «Дорогая, ну давай, давай уже!» Она: «Да не могу я, мамка, рядом все услышат!» «Ну давай, ну давай уже!» Через некоторое время доносятся такие скрипы от дивана. Она: «Ой, мама!» Она: «Что, доченька, что?» «Хлеба завтра купи!» Она отворачивается на другой бок и под нос себе бубнит: «Ух, зять прожорливый, уже шестая буханка за ночь!» Спасибо огромное за поддержку и комментарии. Кто не подписан на мой канал, подписывайся скорее. Не стесняйтесь, присылайте самые прикольные и классные анекдоты, и я их с радостью расскажу на своем канале и тебе лично передам. Привет всем, пока-пока.